медицинского запаха. У нас будет топ 6. Я вам расскажу о зубе, о крокодиле, о льве, о бобре, о козле и о страусе. Внимательно слушайте нас, ничего не забывайте. Мы поехали! Символ Беларуси – зубр. У него длинные и крепкие ноги, короткая шерсть. Весит зубр около 800 килограммов. Крокодил – известный всем хищник. Он хорошо плавает и может быстро передвигаться по земле. Имеет толстую кожу и очень много зубов. Лев. Еще один хищник. Львы живут в прайдах, в основном в саваннах. Окраска льва желто-серая, а особенность – шикарная грива. Бобр. Самый крупный грызун. Длина его тела достигает метра, а весит он 30-32 килограмма. Живут бобры на берегах рек и озер. Горный козел. Живут козлы в труднодоступных скалистых местах. Питаются травой, пхами и корой. Страус. Самая крупная из современных птиц. Но она не летает. Питается травой, семенами, плодами, а иногда и грызунами или насекомыми. Вот и закончился наш топ-6. Мы очень старались для вас. Всем пока!